Грушевое варенье с лимоном очень вкусное и ароматное. Особенностью данного рецепта является то, что груши предварительно запекаются, а потом уже заливаются сиропом, благодаря чему они остаются целыми. Грушевое варенье с лимоном можно подавать к мороженому или десерту или просто есть с чаем. Если вам не нравится вкрапление лимона в варенье, нарежьте его дольками или кружочками, а перед окончанием варки выньте. При желании можно также добавить ваниль или корицу, для большего аромата. Это очень вкусное вареньице. Приятного вам чаепития в холодные зимние вечера. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. 1. Груши вымойте, разрежьте пополам вдоль, освободите от хвостика и сердцевины, выложите на застланный пергаментом противень срезом вверх, поставьте в разогретую до 180 духовку, запекайте до появления в выемках груш сока, около 20 минут. 2. Из воды и сахара приготовьте сироп, запеченные груши выложите в емкость, подходящую для варки варенья, и залейте сиропом, накройте. Дайте пару часов настояться. 3. Через 2 часа поставьте груши вариться на среднем огне на полчаса с момента закипания. Периодически помешивайте. Снимите с огня, оставьте ненакрытыми на 5-6 часов, можно и на ночь. Так повторите еще 2 раза. Когда будете варить груши в третий раз, добавьте мелко нарезанный лимон, помойте его хорошенько и обязательно ошпарьте кипятком. 4. Готовое грушевое варенье с лимоном горячим разложите в стерилизованные баночки и закатайте или закройте капроновой крышкой. Подписывайтесь и ставьте лайки. Вкуснее тем, кто подпишется. Такие продукты будут нужны. Сахар 600 грамм, вода 0,5 литра, лимон треть штуки, груши 1 килограмм, количество порций 10-20. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Удачи!